Доброго времени суток, друзья, атлеты. Сегодня у нас понедельник, 10 августа 2020 года. Сегодня день рождения моей мамы, и эту тренировку я посвящаю ей. Комплекс специально выбрал посложней, чтобы не халявить. Комплекс состоит из четырех упражнений. Первое – это тяга сумо с протяжкой к подбородку. Второе – это двойные прыжки на скакалке или у меня джампинг-джеки. Третье упражнение – это махи-гири до вертикали полные. И четвертое – это подъемы ног в перекладине. Вся сложность в том, что нужно выполнить лесенкой 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Как я и думал, самое сложное для меня оказалось – это подъемы ног в перекладине. У меня не вытягивали хват. У меня руки просто разжимались. И уже на 12, когда делаю, даже гири трудно было держать. Так у меня хват забился хорошо, крепко. Комплекс классный, я рекомендую вам его выполнить. Пишите, кто за сколько сделает этот комплекс. Я выполнял гири 24 килограмма и сделал за 27,5 минут. Комплекс классный. Если вам есть что сказать, оставляйте комментарии под этим видео. Ставьте лайки, поддержите наш канал подпиской. Да пребудет вами сила. Теперь смотрим исполнение комплекса. Не подходи, всё, не мешай, дядь. Да, выше не надо, нет. Дай, как я тебя там буду спускать? Ой, какой молодец! Как высоко! Дарюш, на, поиграй. Оп. Ой, Дарюш. Играйте. Буцайте, буцайте. А ну-ка свой бери. Пять! Ура! Мячик играл. Нет. Сейчас, сейчас будет мячик. Сейчас, сейчас. Сейчас. Мяч. Мяч. Вот так.
Бросай. Мячиком туда нельзя. Нет, с мячиком туда давай, нельзя. Давай, занимайся. Поднимаю воду. Нет, и лезь сюда с мячиком тоже нельзя. Иди принеси Дарине свой мячик. А ты куда-то лезешь? Да, она
Главное, чтобы ты просто на не отпрыгивай ногами. Мама, я не могу.
Тихо, сейчас зубами ударишь. Давай, виси сейчас, папа прит. О, воды надо. Машина везде стоит. Вот она в папа прям. Не моешь, да? А я могу уже так. Смотри. Диана, покажи, как ты делаешь. Дядя качает кресло, ты так качаешь. Ну, покажи, как ты делаешь. Ну, не так можно. Хотите, может, писать?